Океан играет важнейшую роль в поддержании жизни на Земле. Но мы только начинаем открывать его тайны. По некоторым оценкам, исследовано всего 3-5% океанского дна. А это, как вы понимаете, капля в море. Добро пожаловать на канал Time Channel. Сегодня вы узнаете о самых необычных и загадочных природных явлениях в океане. Морозные цветы. О существовании этих нежных, очаровательных цветов знают немногие. Морозные цветы образуются достаточно редко, только на молодом льду в холодной морской воде. Их формирование происходит при низкой температуре в безветренную погоду. Диаметр подобных образований обычно не превышает 4 см. Они выглядят как хрустальные копии настоящих цветов. В них содержится много соли. Этими объясняется кристаллизованный вид морозных цветов. Брайникл. Этот феномен природы представляет собой нечто невообразимое. Когда брайникл полностью сформирован, он выглядит почти как кристалл под водой, словно сосулька. Он образуется, когда вода, богатая солью, вытекает из морского льда и просачивается в море, создавая уникальную ледяную фигуру. Учитывая, что для образования соленых сосулек нужны очень низкие температуры воздуха и воды, их можно наблюдать только в холодных водах Арктики и у берегов Антарктиды. Брайниклы таят в себе большую опасность для флоры и фауны океана. Когда морские звезды, рыбы или водоросли контактируют с брайниклом, они либо замерзают, либо получают серьезные порезы. Пенный берег. Этот природный феномен можно увидеть в разных уголках мира, но чаще всего в южном полушарии. Эти необычные волны получили весьма вкусное название – прибрежный капучино. По мнению ученых, такой эффект получается в результате гигантского микса из морской соли, водорослей и предметов, попавших в воду. Под воздействием потока ветра появляется густая пена, которая несется к берегам, где постепенно исчезает без остатка. Прибрежный капучино не опасен для человека, но купаться при таком количестве пены не рекомендуется. Огромные блуждающие волны-убийцы. Во всем мире каждую неделю тонет в среднем 2 больших судна. Считается, что многие крушения происходят из-за гигантских волн-убийц. Долгое время рассказы об ужасных океанских волнах считались легендами, но ученые признали их существование. Эти волны почти вертикальны, в высоту достигают 30-40 метров. Блуждающие волны отличаются от цунами тем, что не связаны с подводными землетрясениями или оползнями. Также волны-убийцы не связаны с порывами ветра. Существует несколько гипотез о причинах их возникновения. Но в целом пока непонятно, как и при каких обстоятельствах эти волны возникают. Красный прилив. Красные приливы чаще наблюдаются в теплых океанах и морях. Красный цвет в воде обычно передают микроскопические одноклеточные водоросли. Когда происходит внезапный и быстрый рост популяции этих микроорганизмов, вода зацветает. Растение начинает вырабатывать всевозможные токсины и химикаты. Часть их растворяется в воде, часть попадает в воздух. Ученые пока полностью не разобрались в причинах этого явления. Самый большой красный прилив можно наблюдать каждое лето у побережья залива Флориды. На нашей планете существует еще очень много уникальных явлений природы, которые вас точно удивят. Мы обязательно о них поговорим, но в другой раз. На этом пока все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорого!